вот сагман матки кормим. Зерно понасыпали. Старший чабан Василий Иванович дежурит, чтобы ягнят матки не задавили. Ягненок так становится кушает, а матка сверху придавливает и ягненок задыхается или шею ломает. Уже такой случай у нас был. Потеряли одну ярочку черную. Теперь, когда кормим, ходим, следим. Вот ягнята там поели, теперь лезут в столовую. Теперь в столовой будут кушать. Вот им комбикорм насыпали. Вот они лезут в столовую. Кто на сено, кто на комбикорм. Ярочка с подмишки, очень широкая, крупная, длинная. Вот качкорик, тоже с подмиши, кораблевский внук, а это уже, считай, правнуки. У баранчика, у качкорика в левое ухо биркой выщип, у ярочек правое ухо. Вот тоже ярочка. Так у нас происходит кормление. Ярочка тоже черная у нас. Вот ярочка рыжая заскочила. Вот качкорик. Вот эта ярочка Мишкина. Вот матка у нас ячмень кушает. Уже столовая маленькая. Будем расширять. У нас есть еще одна столовая. После 22 числа, когда закончится окот, те, которые яркими не катились, смешаются с теми, которые катились. И будет у меня для ягнят две столовых. Вот вторая столовая здесь. Вот здесь будет вторая столовая. Вот кормушка. Там тоже такие эти пространства где-нибудь пролазить. Это более такая большая столовая будет. А так уже столовая полная. Вот ярочка идет.